Вот ты где. Это ваше? У меня есть рецепт. Твоя мама еще не вернулась? Она принимает лекарства. Оно помогает ей производить здоровую кровь. Но в США есть врач, который может ее вылечить. Не трогай меня! Простите, сэр. Что происходит? Дамы и господа, мы захватили самолет. Все хорошо, сынок. И в этой операции нам не нужны проблемы. Иначе... Элиас! Пеняйте на себя. Там просто мой сын. Какого черта? Ты пила кровь? Только так их можно остановить. Иначе они убьют всех на самолете. Мы добьемся успеха, обещаю. Давай! Они развернулись. Она прячется от солнца. Так покажем ей его. Внутри тебя зло. И его невозможно контролировать. Кроваво-красное небо. Озвучено для канала в рейтинге.